Международный фестиваль рождественских спектаклей открылся в Минске. Главные герои каждой театральной постановки – куклы. Пану Богу в небе хвала! Хвала! В образовательном центре Свято-Елисаветинского монастыря собрались все, кто интересуется искусством народного кукольного театра «Батлейки». Свои работы в Минск привезли из 6 стран, в этом году впервые из Украины и Польши. Кому лучше всех удалось раскрыть ключевую тему вечных духовных ценностей, у жюри непростая задача. Тут нельзя как-то сыграть. Тут нужно именно пережить, пропустить через себя, и только когда искренне это все рассказывается, только тогда это зрителям воспринимается. Мы показываем и отражаем аутентичные фольклорные композиции, которые колись играли на Могилевской земле в 18-м, 19-м и початку 20-х стагодзе. Это цікавые расповеды на той мове, навод, такой, где уживается несколько и российская, и польская, и габрейская мова, и, конечно, белорусская. Это то, что касается аутентики. А есть еще творы, которые мы ставим уже по историчным подеям. Фестиваль проходит уже третий год подряд и носит благотворительный характер. Основной конкурсной программе предшествуют выступления в больницах и интернатах.